Следующая информация будет интересна тем, кто предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте. Поездка в маршрутке подорожает. Стоимость проезда в маршрутном транспорте с 1 февраля увеличится на 5 рублей и составит 25 рублей с одного пассажира. Повышение стоимости за проезд связано с увеличением затрат на содержание автопарка. Предоставив необходимые документы для обоснования цены, перевозчики обратились в адрес Славянской торгово-промышленной палаты с просьбой выполнить экспертное заключение для тарифа на перевозку пассажиров в общественном транспорте. После проведения расчетов специалистами выдано заключение об утверждении тарифа на городские пассажиры. Перевозки в размере 25 рублей. Последнее повышение цен на проезд в городском транспорте проводилось в середине 2017 года. Тогда стоимость поднялась с 15 до 20 рублей.